Всем привет, с вами Елена Смирнова, и я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня проект Diplex онлайн без вложений. Есть, конечно, здесь в этом проекте и с вложениями. Если кого-то интересует вложения, то на YouTube очень много есть информации о том, как здесь работать с вложениями. Я же акцентирую на том, что без вложений. Так, значит, здесь... А нас можно посмотреть, значит, уникальность платформы, партнерская программа, заработок вот без вложений, адаптивность сайта, реклама, поддержка, мультиязычность, бонусы и конкурсы. Кто мы? Это все можно прочесть. Я зачитывать уже ничего не буду. Перейдем к регистрации, значит... Регистрация. Делаю все в режиме онлайн. Значит, вписываем логин, email, пароль. После регистрации попадаете в такой вот кабинет. И вот здесь будет красная полоска, у меня сейчас зеленая. Просят перейти на почту и подтвердить свой email. Нажимаете вот сюда «Перейти» и переходите его. И появляется зеленая настройка. Полоска. Значит, заполните данные о себе в настройках, чтобы получить 5 монет, как бы бонуса, акции ихные. Ну, дают, пусть дают, правильно? Как говорится, дают, бери. Переходим в настройки. И что нам нужно сделать? Имя, фамилия, телефон и соцсети. И нажимаем «Сохранить». Есть чат в Скайпе, чат в Телеграм. И при регистрации в логине должны присутствовать цифры, потому что без цифр у меня логин не прошел. Я заполнила свой профиль. Контакт я потом заполню. И нам дается здесь... Значит, 5 заданий. Это ежедневно для всех. И вот это обязательные. Значит, давайте пройдемся по вкладочкам. Значит, панель управления. Сейчас загрузится. Здесь наша статистика, как бы наш кабинет, да? Значит, что? Так. Дали вот 5 монет. У них есть своя монета, как бы, да? Монета уже вроде как на бирже. Так. Здесь инвестиции. Как я уже сказала, если кто хочет инвестировать, найдете информацию на YouTube полно. Я же, как уже сказала, без вложений. Вот. Как бы у нас инвестировано, нам дали вот этих 5 монет, активные, ну, дают и дают. И слава богу, пусть будут, они нам не помешают. Далее здесь финансы. Так, наш баланс, баланс вот этой монеты и реквизиты. Так. И что у нас здесь? Минимальный вывод отсюда 1 доллар, проект платит. USD счет, сумма, так. А, это внутренний перевод. Так, а вот вывод. Вывод у нас идет Payer, Perfect Money и Advanced Cash. Лучше всего выводить на Payer. Денежка приходит быстрее. Это я знаю от своего, как бы, рефера. Так, здесь реф-программа. Значит, наша партнерская ссылочка. Так, реферальные здесь не очень большие. Вот, как бы, ну, тем не менее. Это наша история будет. То, что мы просматриваем, ну, просматриваем рекламку, и все-все-все здесь будет, как бы, да, у нас отображаться. Далее. Так, и что теперь? Ежедневные задания. Переходим к ежедневным заданиям. Это для всех. Нужно просмотреть 5 рекламок.
Это обязательные. Значит, нажимаем «Просмотреть». И вот здесь идет отсчет времени. Секунды вверху. 3, 2, 1. Так, разгадываем капчу. Так, поставлю на паузу. Так, просматриваю рекламку. Одну я уже просмотрела. Опять загружается. Сейчас покажу, как. Ждем секунды. Вот она, наша монетка. Коины. И один, вот эта монета, что нам дали 5 монет, она уже стоит 31 цент. А что, пусть будет. Капчу разгадали. Далее, смотрите, оценить рекламу. Нажимаем на звездочку, оцениваем. И теперь можете вернуться на сайт или остаться здесь. Возвращаемся на сайт. Две рекламки. Сейчас поставлю на паузу, и я просмотрю все рекламки. Я просмотрела 5 рекламок. Обязательных без просмотра вот этих 5 рекламок нам не откроется серфинг. Значит, и открывается серфинг. Можно просматривать вручную и разгадывать рекапчу. А можно установить плагин. Тогда нам рекапчу не надо будет проходить. Естественно, я установлю себе плагин. Нажимаю плагин. И нам открывается, значит, Google Chrome, это Mozilla, ну и другие браузеры. Нажимаю Google Chrome. Нажимаю «Установить». Это расширение. Установить расширение. Проверка. Так, активируйте расширение. Активируем. Значит, вот оно, наше расширение, значочек вверху. И что? Теперь мы можем проходить задание без рекапчи. Нажимаем вот здесь «Пройти задание». Приветствую вас, вашему вниманию, обзор криптовалют. Нас перебрасывают на страничку. И вот здесь, вот смотрите, справа вот идут отсчет времени. Вот сколько тут? 45 секунд. Подождем. Так вот осталось немножечко. И вот здесь звездочки появляются. Нажимаем на звездочку, оцениваем. Вы успешно прошли задание. Так, давайте вернемся в кабинет. И вот у меня в кабинете уже как бы насчитываются монетки. Так, нам дается вот здесь 100 серфинга. В день мы проходим, просматриваем 100 серфинга. За это нам начисляют 10 центов. За 10 дней набираем 1 доллар и ставим на вывод без вложений. Так. Так, плагин. Здесь рекламодателю, кто захочет, может рекламировать свои проекты. Ну, здесь как бы шкала. Вот такой вот проект простой, без вложений. Я думаю, можно зарабатывать. Как я наберу минимальную сумму на вывод, я обязательно проверю, как бы сделаю вывод. Хотя я уже знаю то, что он платит. Вот, но тем не менее запишу видеообзор по выводу. Ну, в принципе, на этом все. Видео немножечко затянулось, но это наши деньги, как бы мы пытаемся зарабатывать, правильно?
Вот. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, пользуйтесь. До новых встреч.